Я нашел самые интересные круглые тоннели в Майнкрафте. Всем привет, ребят, с вами я, Зомбак. Сегодня посмотрим на вот таких интереснейших персонажей. Это коричневый радужный друг, Венсдей Гримас Шейк. Это у нас гонщик и говорящий Том. Ну что ж, давайте начинать на сегодня круглые тоннели вот с таким вот интересным порталом. Давайте посмотрим кого-нибудь из них, и я предлагаю отправиться к гонщику. Вот в синий тоннель. Побежали, разгоняемся. О, Том, привет! Приветик, Зомбак! Наконец-то ты пришел и пройдешь сегодня мои лабиринты! Смотри, какие испытания тут для тебя подготовили! Чего? Какие еще лабиринты? Ничего себе, ребят, смотрите, здесь много разных испытаний с монстрами. Ладно, Том, я думаю, что я справлюсь. Давайте попробуем пройти. Так, ну погнали, ребяточки, ломаем эту паутину и проходим дальше. Том, я справлюсь, я все пройду. Так, на, Ванесса, получай! Отлично, с ним справились. Но я думаю, что сегодня будут не только лабиринты, ведь у нас сегодня здесь много разных испытаний сегодня ждет. Так что обязательно поддержите лайком. Ой, я в водичку упал. Ладно, хотя бы вода. Вот дальше нас ждет лава. И вот над лавой, конечно, просто так не попрыгаешь. Потому что она все-таки горячая и будет наносить огромный урон. Так, попробуем вот отсюда прорыться. Сейчас сломаем. Нет, я застрял в паутине. Отлично, сломали ее. О, бабка Гренни. Ха, а если ты застрянешь в паутине, получи, монстр. Застряла, да? Че, не понравилось? Отлично, мы можем пройти дальше, прорубаемся, и пока что у меня все хорошо получается. Мы, ребят, даже очень хорошо с вами проходим. Я думаю, что мы даже сегодня все пройдем. На тебе, Чика, отлично. Еще один аниматроник, сколько вас тут, а? Как хорошо хотя бы водичка под ногами, а не эта горячая лава, а то она реально очень сильно жжется. Так, давайте вот здесь посередине, наверное, прорубимся, попытаемся сейчас... Вот сюда пройти. Подожди, Рокси, я тебя сегодня не встречал разве? Или нет еще? Мне что-то показалось, что я как будто с тобой уже дрался. Или то была Чика. Ну ладно, как хотите. Давайте попробуем вот отсюда свернуть. По, что? Я все прошел? Это такое легкое было испытание. Так, подождите, нам осталось забрать сундук. Вау, ребята, мы разбогатели. Смотрите, как много алмазов. Шикарно, я возьму себе немножко и попробуем пройти дальше. Нам еще много испытаний предстоит. А заходим на следующее, друзья. Том Экзи, ребята, вот здесь уже. Опа, гонщик, привет. Да, здорово, Зомбак, помоги справиться с монстрами. Они очень страшные. Да, я вижу, смотри, какие страшилины. Ладно, Том, я сейчас попытаюсь тебе помочь. Так, я пойду, наверное... Ага, я же могу сесть в лодку просто и поплыть дальше, да? То есть я могу между ними плыть и попытаться с ними со всеми драться. Давайте попробуем это сделать, сядем в лодочку. Так, вот так вот станем, возьмем, наверное, какую-нибудь пушечку и поплыли аккуратно. Лодкой сложновато управлять почему-то. Я сломал ее, ребята, вы видите? Потому что если я хотя бы одним патроном попадаю в лодку, она все ломается. Ну а тебе, Бен Экзи, получай, монстр! Отлично! Смотрите, как это круто выглядит. Я прям с пулеметом сижу в лодке и могу драться со всеми монстрами. Так, давайте сейчас вот отсюда проплывем. Отлично. И поплывем вон в ту сторону. Все, мы причалили, можно слезать с лодки и драться с монстрами. Так, смотрите, Кисси-Мисси и Хаги-Ваги бэбики охраняют какой-то ключик. Так, ну-ка, а ну-ка рассказывайте, что это за ключ такой. Отлично, мы, ребят, заберем этот ключ. Может, его надо было гонщику отнести. Давайте сходим к нему. Гонщик, я нашел какой-то ключик, он тебе нужен? Нет, он не для меня, он для тебя. С помощью него ты можешь пройти на следующее испытание. А, все понятно, спасибо, гонщик. Отлично, тогда мы его используем сами. Да, вот здесь у нас дверь с замком. Что это там взрывается, ребята? Тут гримаса стоит. И что-то там взорвалось снежное. Это что такое? Ладно, хорошо. Открываем дверьку, погнали быстрее на следующее испытание. Привет, гримас. Так, давай-ка мы с тобой справимся. Ребята, это гримас Шейк. Надо с ним разобраться. Пулемет возьмем, перезарядим. Так, подождите. Что там внизу? Там ключ! Ребят, а как до него добраться? Это какая-то подземная база, что ли? А как к нему спуститься? Ладно, хорошо. Мы сейчас с этим всем разберемся. Так, сперва с монстрами подеремся. Получай, Ниблер. И ты тоже, гримаса. Вот эти надувные снежные
Шарики лучше, наверное, не трогать. Они надуваются и взрываются. Лучше к ним не касаться, да? Да, они урон наносят, они откидывают. Ой, ладно, давай-ка ты, желтый, не будешь со мной выпендриваться тут драться. Мы с тобой все равно разберемся. Видите, если я на эту штуку наступаю, она мне наносит урон. У меня, конечно, все равно крутая броня, но урон пож... Ух ты! Я нашел какой-то секретный проход, ребята! Что это за проходик такой? А, вот как сюда попасть! Помните, мы отсюда наблюдали? Я нашел еще один ключ. Возможно, он нам тоже пригодится. Давайте возьмем его с собой. Так, поднимаемся наверх и идем драться с монстрами. Флаффи Пенс, получай, монстряга. На тебе, пузатый синий монстр. Ха, отлично, он побежден. Так, здесь еще одно такое стеклышко. Что-то тут еще есть, что ли? Подождите-ка, может быть, здесь есть еще одна секретная комната? Так, мы можем открыть этот замок. Да, а дверь у нас золотая, и открыть мы ее просто так не сможем. Нам нужен какой-нибудь рычаг, что-нибудь такое. Давайте попробуем поискать еще одну секретную комнату. Я ее уже, кажется, нашел. Так, и здесь у нас нажимная золотая плита. Это то, что нам нужно, ребята. Мы сейчас выходим наверх и пойдем... ух ты, аккуратно, ребята, эти штуки реально надуваются и взрываются. Их лучше не касаться. Вот смотрите, я подхожу, и она прям в меня бабахает. Ой, ладно, не будем больше так делать. Подходим, нажимаем, и дверь открылась. Следующее испытание. Здравствуйте, монстры. Привет, радужный друг и монстры другие. Ну, давайте попробуем с вами... подраться. Так, подождите, кто это там? Это Венсдей? Там, ребят, стоит Венсдей в конце. Ладно, сейчас до нее доберемся. Венсдей у нас, ребят, добрая, если вы не знали. Ее нужно либо спасти, либо не знаю, что мы с ней будем делать. Сперва надо справиться с монстрами, потому что их здесь огромнейшее количество. Так, иди сюда. Сейчас я, подожди, пушку перезаряжу. Давай, получай! Да, это реально Венсдей, ребят. Круто. Давайте сейчас справимся со всеми этими монстрами. Виктор, получай. Остался только зеленый радужный друг. Ну, с тобой, я думаю, что мы точно справимся. Подожди, подожди, секунду, на тебе! Отлично! Привет, Венсдей! О, привет, зомбак! Давай ты поможешь мне, а я помогу тебе. У меня тут есть кое-что. Ух ты, ничего себе! Ты мне можешь дать целые алмазы, золото и золотые яблоки! Круто! Да, Венсдей, я знаю, что ты любишь все темное, ты прям вся черного цвета, и тебе нравится черная магма, ничего себе, черная лампочка и черный стул. Хорошо, я попробую для тебя это найти. Шадоу? Я как тебя мимо тебя прошел, я даже тебя не заметил. Ребят, мы как мы не добили всех монстров. Так, нам нужно найти, получается, стул, лампочку и черную магму. Скорее всего, она где-то спрятана в этих блоках. Давайте попробуем поискать. И... О, стул! Отлично, стул мы уже нашли. Можем обменяться им на алмазы. Шикарно! Алмазы всегда хорошо. Продолжаем поиски, наши ребята. Где-то здесь... Ой, патроны выкинул. О, лампочку нашел, шикарно, ребята, пока нам очень везет. Золото, мы теперь еще и разбогатели на золотишко, это круто. Так, осталось нам найти магма-блок, чтобы нафармить золотые яблочки. Не знаю, зачем они нам нужны. Подождите, черная кровать? Это тоже одно из того, что любит Венсдей. Но это немного не то. Нам нужно найти магма-блок и... О, нашел, отлично. Все, Венсдей, я прошел твои испытания, держи. Я получил вот еще и черная кровать тебе в подарок. Давай я тебе ее куда-нибудь сюда поставлю. Вот, можешь спать на прям такой черной-черной кровати. Спасибо тебе большое, зомбак, ты лучший. Ах, я эти предметами обустрою свой собственный дом. Да, я знаю, что ты любишь черный цвет. Ну ладно, давай, удачи. А, мы нашли тут какой-то ключик. Давайте попробуем его использовать. Да, он подходит сюда. Все, Венсдей, я пошел дальше. Ух ты, это у нас голубой радужный друг, которого мы сразу в лаву скинули. Ребята, здесь... Ой, ты что дергаешь-то в лаве? Здесь очень много крутящихся пил. Ой, ребята, надо быть осторожней, чтобы на них не попасться. Они мне тоже будут урон наносить, интересно. Ой, они реально... Так, аккуратно, надо... Они тоже дерутся! Видите, урон тоже получаю. Надо быть осторожней. Ладно, давайте попробуем хотя бы здесь поставить точку возрождения, потому что, чтобы не проходить все эти испытания заново.
перепрыгнем сюда. Получай, нап-нап. Отлично. Так, ребят, там портал, нам нужно прыгнуть в него. А для этого нужно пройти вот всех этих монстров и не попасться на вот эти... Ай, острые пилы! Они все-таки реально очень быстро крутятся, надо быть осторожней. Получай, синий бонбончик и бонболина, на тебе. Давайте я с вами разберусь, мне нужно пройти ваше испытание. Отлично. Все, Wednesday и все остальные, пока-пока, я прыгаю в портальчик. Возвращаемся, ребяточки, обратно. Фух, это было действительно интереснейшее видео. Мы, кстати, их всех встретили. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. С вами был Зомбэк, до новых встреч. Пока-пока.